С вами Маки Чародей Антон Чалей. И сегодня будут эпичные комментарии под видео Мамикса 10 тысяч литров колы плюс ментос. Это просто безумие. Люди так охреневали от этого видео, что написали очень много комментариев под ним. И я выбрал самый трешовый из них, чтобы показать вам. Первый комментарий. Я представляю шок продавца. Магазин. Здравствуйте, можно мне 10 тысяч литров кока-колы? Сколько? 10 тысяч литров колы? 10 тысяч литров. Второй комментарий. Сколько стоила кока-кола? Кока-кола? Новая кока-кола. Напиток для истинных петушков. Не дай себе кукарекнуть. Третий комментарий. Жаль автора, рак мозга. Доктор, что вы думаете по этому поводу? Тьфу, чушь, что он несет? Какой рак мозга, да? Сразу же видно, что это кек мозга. Четвертый комментарий. Эх, заставляет задуматься, какие мы все идиоты. Я тоже всякую фигню для YouTube снимаю. Самокритичность этого комментария просто зашкаливает. Пятый комментарий. Фу, говно, кто это вообще смотрит? Ну, например, ты посмотрел. Шестой комментарий. Потрачено, просто потрачено. Седьмой комментарий. Что это за кока-кольный маньяк? Моя прелесть! Псс, отдавайте всю свою кока-колу, а то я и зарезать могу. Я же все-таки кока-кольный маньяк. Восьмой комментарий. Ты молодец, спасибо. Вах, какое видео. Девятый комментарий. В общем, просрали мани. В общем, просрали войну, да, Наполеон? Десятый комментарий. Живи хорошо. Так, ты живи хорошо, ты тоже, а вот ты плохо живи. Да вообще не живи. Вы спросите, почему я говорю, как людям надо жить? Потому что я могу. Одиннадцатый комментарий. Круто. Что же тут необычного в этом комментарии? Ничего. Но посмотрите на аватарку этого парня, как будто он сделал свое фото после просмотра этого видео. Мамикс только труда и денег вложил в это видео. Это бесспорно достойно уважения. Внимание, внимание. Много взрывов и котят для привлечения внимания. Теперь к сути. YouTube очень часто не оповещает моих подписчиков о новом видео. Что за дела, YouTube, а? Для решения этой проблемы вверху канала вот тут есть шестеренка. Нажми ее и поставь галочку. Сообщать мне обо всех новостях этого канала. Сделал? Четко. Теперь жди царских персональных оповещений о новых видео. Для того, чтобы у вас была такая же очешуительная шестеренка, нужно подписаться на канал. Но если ты супер крутой чувачок, то можешь поставить лайк и добавиться ко мне в друзья ВКонтакте. Ссылка внизу. Всем пока!